Мы когда вернулись в 45-м году в Ростов, я уже говорил, жили в сараях для дров и угля. Откуда нас и забрали в детские дома. А в 49-м году, после неоднократного обращения отца к Сталину и Калинину, нам дали полуподвальную квартиру на улице Станиславского. 26 квадратных метров, и мы все, четверо детей, родители с бабушкой, вселились в эту квартиру. Жизнь в 49-м году была еще очень тяжелой. Отец инвалид, и он работал с утра до вечера, но эпилепсия, припадки, тяжелое состояние после контузии не давали ему регулярно работать. И я помню, к праздникам 1 мая и 7 ноября родственница из Киева привезла отцу надувные шарики, и отец продавал их. Накануне праздника мы всю ночь надували эти шарики, и утром, когда начиналась демонстрация, отец набивал на палку гвоздики, привязывал к этой палке шарики и с таким большим деревом из шариков выходил на улицу и продавал их. Я не помню цену, но все равно это было 3 рубля, 2 рубля. Не могу сказать, какая от этого была прибыль, но то, что это помогало семье выходить из нищенского существования, это было очевидно. Другого обогащения от этого не было. Это было только в праздничные дни, и занимался этим отец года два, с 52 по 53 год. Двор у нас был хороший, но разбитый после бомбежки. Фасадные здания, двухэтажные, в них попала бомба, и одни стены остались. А во дворе дома сохранялись. Там мы и жили все. И к нам вдруг приехала бригада строителей, и на одной из оставшихся на втором этаже стен стали строить квартирку. Она была небольшая. Ее хорошо и оперативно сделали, и туда вселился то ли капитан, то ли полковник НКВД с женой. Этот человек, когда он появился, он как бы накрыл темным покрывалом жизнь двора. До этого люди были открыты, общались, все было сердечно, открыто, а тут все вдруг стали говорить шепотом. Симпатии он не вызывал ни у кого. Здоровались, но и только. Никакого общения с ним не было. Так вот, этот человек из НКВД увидел, что отец несет продавать шарики. Он посчитал своим долгом пресечь эту спекулятивную акцию, и он заявил, что отец занимается спекуляцией, продает шарики. Отца тут же арестовали. Приехали и забрали. Мы были все в шоке. Это было неожиданно, непонятно. Мы думали, большой прибыли от продажи не было. Подумаешь, шарики продавал. Пожурят и отпустят. Нет, не отпустили. Он просидел полгода в тюрьме. Шло долгое разбирательство, и должен был быть суд. И, как нам говорили, он получит не меньше 5 лет. У мамы маленький Мишка. Ну и мы еще все. Она не могла работать с таким количеством детей. Другого дохода не было. Было очень тяжело эти полгода. Но в 53-м году, после смерти Сталина, была мощная амнистия. Более 1 000 000 заключенных выпустили на свободу. Я помню, когда он пришел,
Он уходил в тюрьму. Вид у него был молодой. Ему было тогда около 40 лет. А когда он вернулся, это был измученный человек пенсионного возраста. Это было ужасное зрелище. Но, слава богу, он вернулся. И жизнь пошла дальше. Этот следователь, НКВДшник, после этого случая быстро уехал. Он, видно, получил лучшие условия и быстро уехал с женой. Но самое интересное, мой брат Мишка значительно позже, уже много лет спустя, с ним встречался и разговаривал. И тот оправдывался, что по положению, по работе своей, он должен был отреагировать на спекулятивные действия отца. Он должен был доложить.